Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялось мужское голосование. Главные претенденты на вылет – это Дима Дмитриенко, Федя Стрелков и Николас Карапанайотидис. На волосок от ухода оказался Дима Дмитриенко. Почти все единогласно проголосовали против него, но Бузова предоставила иммунитет Диме. В итоге опять никто не покинул проект, как и в прошлый раз. Причиной этого назвали вчерашний добровольный уход с проекта Саши Моисеева. Костя Иванов и Саша Гозиас объявили себя парой прямо накануне мужского голосования. Видимо, они неожиданно вспомнили, что Костю могут выгнать, если он не начнет строить отношения с Сашей. Оля Рапунцель, которая день назад бросила Диму, опять с ним вместе. Она пишет: «Димочка порадовал меня сегодня. Он услышал меня, чего мне хочется от своего мужчины. Мои методы действуют». Или это все было ради мужского голосования, чтобы остаться на проекте? Ходят слухи о возможном возвращении на Сейшелы Насти Гаганиной, несостоявшейся возлюбленной Димы, вместе с бывшим участником проекта Колей Барановским. Они решили объединиться и появиться на проекте в качестве пары. Но не с целью строить любовь, а чтобы доводить до срывов Диму и Олю. Вова Гаути вернулся на поляну, он ездил в Тулу, где занимался своими делами, гулял с ребенком и встречался с родителями. Его папа и мама полностью поддержали выбор Вовы в пользу Кати Гужвинской, передали ей подарочки и чуть ли не благословили его на эти отношения. Колян Должанский поставил точку в отношениях с Русланой, он пишет: «Мы больше не вместе, мы порознь, будь счастлива, Руська». А свою новую любовницу Катю Богданову Коля опозорил на весь интернет. Он выложил вульгарное фото с ней в своем микроблоге. На снимке у него на коленях полулежит Катя, она без юбки и у нее спущено нижнее белье. Фотография вызвала шквал негативных комментариев. Через пару часов по просьбе Кати Коля удалил эту фотографию, но фанаты успели ее сохранить и продолжают активно обсуждать. Сама Катя вступила в спор с подписчиками, касающийся дырки на колготках. Для слепых никакой там порванной дырки на пальце нет. Я, как уважающая себя женщина, попросила милого эти фотографии удалить. И он, как человек, уважающий меня как девушку, их удалил. Оля и Глеб Жемчуговы с самого утра принимают поздравления. Оля пишет: «Сегодня нашему сладкому пирожку годик. Бесконечно любим тебя, сына». Саша Задойнов записал и опубликовал песню, которую он исполнил вместе со своей старшей дочкой Настей. Может, художественная ценность этого произведения невелика, но такое творчество однозначно сближает родителей и детей. Вика Романец рекламирует диетическое питание. Она рассказала, что за время травмы набрала 5 килограмм, как вы помните, она ломала ногу, но она снова взяла себя в руки и хочет весить 50 килограмм. Стала известна информация о парне Кристины Дерябиной. Как вы помните, она впервые показала его широкой общественности. Он является сотрудником Дома-2. Ему понравилась Кристина еще когда он сидел в аппаратной. Он считал ее прикольной. Потом он взял у нее номер телефона и началась переписка. Их отношения развивались, и теперь они живут вместе за периметром в Московском, недалеко от Дома-2. Выбор Кристины по достоинству оценили подписчики. Многие даже говорят, что он просто вылитый Марат Башаров, но только значительно моложе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!